Нермин! Нермин, открой дверь! Алло. Ильяс, я возле вашего дома. Тебе нужно срочно приехать сюда. Нермин лежит без сознания. Я разбиваю окно. Я сейчас приеду, хорошо. Джем, скорую. Позвони в скорую. Что-то случилось с Нермин. Брат, стой, не спеши. Друг, посмотри, пришло странное сообщение. Смотри, какое еще сообщение? Подожди, смотри. Дочка Нермин у меня. Заезжай за Ильясом, не тревожи Нермин и приезжайте сюда. Сообщение пришло от Хелин. Что она имела в виду? Нермина. Ответьте. Алло? Алло, брат, это Сия. Слушай, ты только не бойся, хорошо? И не нервничай. Мы в пути. Сия? Что там происходит? Что это за звук? Где Нермин? Брат, Нермин выпила лекарство. Мы сейчас в скорой. Мы едем в больницу, ясно? Да ты что? Ах, Нермин. Ладно, ладно, я выезжаю. Слышишь, я выезжаю, хорошо. Как Нермин? Она в сознании? Она в порядке? Что с ней? Мы 100 раз говорили, что Горбатова могила исправит. Мама, хватит, не начинай. Что не начинать? Хорошо, хорошо, я выезжаю. Буду через 5 минут. Из-за этой наркоманки ты лишишься своей работы. Бахати, не сиди, сложа руки и скажи что-нибудь. Не сотрясай зря воздух. Зафер уже побежал, посмотри. Ах, Зафер. Парень, принеси прибор. Давай. Привет. Что случилось, Тахир? Ты снова вошел как привидение. Все в порядке? Айча говорит, что беременна. Понятно. Тогда давай отпразднуем это. Поздравляю. У меня никогда не было своей семьи. Я пришел к мастеру на СТО и начал делить с его семьей беды, радости, печаль. Так и прошли годы. Так я жил. Значит, теперь пришло время создать собственную семью, Тахир. Ты будешь очень хорошим главой семьи. Твоему будущему ребенку повезло. Да с моей-то стороны проблем нет. А что поделать? Волков боятся в лес не ходить. Вот увидишь, став мамой, Айча изменится в лучшую сторону. Вам обоим нужно забыть о прошлом. Особенно тебе. Вас ждет абсолютно новая жизнь. Не так-то просто это. Верить и доверять людям. Ты женился на этой девушке, решив пойти наперекор всем. Чего ты боишься? Что ты не сможешь справиться с сомнениями? Не сможешь успокоить внутренний голос? Она сломила мой дух. Я раньше не был таким. То есть я всегда знал, что будет сегодня, какие у меня планы на следующий день. Меня ничего не тревожило. А потом пришла она и впутала меня в самую запутанную историю на свете. Да нет здесь ничего запутанного. Ты полюбил девушку и женился. У вас будет ребенок. Остальное не важно. Вот увидишь, ближе к родам ты уже свыкнешься с ролью отца. Все наладится, парень.
Алло, господин Джамшид, прости за беспокойство. Но Асия ушла и до сих пор не вернулась. Я ей звоню, она не отвечает. Я начинаю беспокоиться. Что делать? Постой, постой, как это? Куда Асия ушла так поздно? Она пошла поговорить с Ильясом. Ее очень разозлила история с ребенком Нермин. Она сказала, что устроит Ильясу взбучку. Сказала, что покажет ему, каково подавать на меня в суд. А потом ушла. Господин Джамшид, поискал бы ты ее. Ладно, не переживай. Я что-нибудь придумаю. Ты, главное, не паникуй. Проблемы? Асия пошла к Ильясу. На звонки не отвечает. Марьяман волнуется, просит поискать ее. Пусть на Шали посмотрит. Он в мастерской. Пусть сбегает домой и проверит. Может, они просто разговаривают, а мы сразу сеем панику. Али, как дела? Я как раз собирался тебе звонить. Нермин проглотила пригоршню таблеток. Только что приехала скорая. Что? Какие таблетки она выпила? Снова наркотики? Нет, она выпила кучу таблеток. Еще и со спиртным. Ильяс, она хотела умереть. Братик! Как она? Без паники, брат, без паники. Нермин! 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 Ильяс, как она? Нермин! Брат, постой! Нермин, все хорошо. Нермин, ты слышишь меня? Послушай, все пройдет. Брат, успокойся! С тобой все будет хорошо. Тише. Хорошо? Тише. Асия, если с ней что-нибудь случится... Брат, успокойся. С ней ничего не случится. Успокойся. Я ей столько раз говорил. Не расстраивайся, тише. Я сойду с ума. Послушай, милая, дети твоего возраста в такое время... Я хочу к маме. Дети не должны бодрствовать. Ты должна спать. Засыпай, наконец, милая. Засыпай. Я хочу к маме, я хочу к маме, я хочу к маме. Дать тебе шоколадку? Слушай, у меня есть шоколадки, вкусные шоколадки. Посмотри, тут есть шоколадки. Я хочу к маме. Я хочу к маме. Я хочу к маме. Кажется, ты избалованная. Куда они подевались? Слушаю, Хелин. Вы все еще там? Где Ильяс? Ильясу позвонили. Там что-то случилось с Нармин. Он сорвался и поехал в больницу. Я хотел тебя спросить. Ты в сообщении сказала о дочке Нармин. Я так ничего и не понял. Бросила трубку. Алло, Омер. С Нермин что-то случилось. Ильяс в спешке помчался в больницу. Я не могу дозвониться до него. Пожалуйста, поезжай и найди его. Выясни, что произошло. Капризная девочка достала меня. Без проблем, сейчас съезжу. Хорошо, созвонимся. Но только быстрее. У меня болит голова. Что это за наказание? Что ты тут делаешь? Я хочу к маме! Я хочу к маме! Хватит. Сиди тихо и смирно, ладно? И больше не плачь. Я хочу к маме. Ясно? Мы договорились? Не нужно шуметь. И плакать тоже нельзя. Давай, садись сюда. Я хочу к маме. Я хочу к маме. Слушай, я хочу к маме. Не смей вставать отсюда, ясно? И чтобы не шумела и не плакала. Я хочу к маме. Мы договорились? Вот так. Асия? Милая, что опять стряслось? Как она? Мы не знаем. Мы ждем, когда выйдет врач.
Дочка Нармин у меня. Заезжай за Ильясом, не тревожи Нармин, и приезжайте сюда. Пусть все обойдется. Да, я надеюсь. Как ее состояние? Она пришла в себя? Господин доктор выйдет и сообщит новости. Я ничего не знаю. Ильяс, как Нармин? Ждем. Мехмед в порядке, все нормально? Я сидел с Тахиром в кафе. Нормально, Мехмед в порядке, не волнуйся. Мы с дядей Джамшитом ужинали вместе.